Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики. Сегодня мы поиграем с вами в YouTuber Live. Продолжение игры. Загружаем игру. Мы дошли уже довольно далеко. У нас уже... Давайте посмотрим. У нас уже квартира. Такая вот апартаменты такие интересные. Вот видите. Давайте создадим видео. Так, у нас видео. А, нам надо в Twitter. Twitter. Зайти. Так. Хорошо. Так. Давайте еще опубликуем. Перед сном пиццу или жареный сыр. Вот она шкала. Публикация. Хорошо. Давайте мы скажем своему работнику, чтобы он опубликовал у нас видео. Создать видео. Смотрим, что у нас есть. Вот это надо нам продать. Давайте вот это. То мы уже все записали. Это тоже продать. А вот поэтому видео одно осталось. Видео. Давайте геймплей создадим. Автоматически. Так, нам надо. Что нам надо? Давайте посмотрим. Где у нас пора? Покушать обязательно. Где у нас кухня-то? Такое, что мне нравится. А, все нормально. Где у нас кухня-то? Где наверх? А вот у нас кухня-то. Где холодильник? А, ох, один, все, он такой маленький. Так, он покушал. Давайте съедим что-нибудь существенное, хот-дог. Отлично. Тут что у нас? Он создает видео, где у нас старый компьютер. Как тут разберешься, где что? Интересно.
Да. Давайте с вами возьмем новую игру. Разве за покупку? Сейчас мы купим новую игру. Так, что мы на сегодня, какие планы у нас? Сейчас давайте купим сначала новую игру. Так, новейшие релизы. Так, на PC. Так, сегодня у нас 25 октября. Вот вышла новая игра. Зомби. Давайте ее. Погнали. У нас подписчиков. Так, это у нас зрителей. Подписчик 300. Доставлено. Так, давайте. Откроем. Так, это мы продаем. Не можем почему-то. Превью. Тут все выставлено. Подать автоматически. Зомби. Так, продолжим. Так, где наш напарник? Ему мы говорим создать видео. Тоже про зомби. Давайте геймплей. Компьютер, станция 2. Что у нас тут? Надо его улучшить, кстати. Сейчас займемся скоро этим. Так, у нас два видео будет. А то нам платить за квартиру же скоро. 15. Посмотрим, сколько платить. 1054 за квартиру. 950. И за работника 104. 1054. У нас пока есть. Вот они работают. Пока работают. Все нормально. Трудятся, ребятки, трудятся. Так, а что у нас там с квартирами? Бонусы за компанию, где нам доступно компании, пока не будем, повременим. Так, а что у нас? Таланты, карты, канал, финансы, тут на компании, миссия. Все сделал. Посмотрим. Отлично. Популярность игры не очень. Так, все замечательно. Исправить. Ну вот. Сон. Есть.
мы покушаем. И будет все отлично. Давай спать. Отлично. Сон выздоравливает. Давайте хот-дог съедим. Так вот, видео у нас пошло. 1000 зрителей. Давайте еще один хот-дог съедим. Так. Отлично. Первое опубликовано. $106 уже. 1700 подписчиков, 107 просмотров, 1000. Так, давайте еще снимем. Так, где же у нас тут квартира? Уровень. Так, это уровень. У нас одним бой похоже на землю. Баланс 2000 в месяц. Доход. Отношение, актерская игра. Так, хорошо. Это все замечательно. А где же у нас... с вами переезд. Да, вот квартира, жилой апартамент. Так, месячная плата 950. Как это откроется? Здесь в доме особняк. Скучная какая-то космическая станция. Так, хорошо. Ну давайте цель поставим. Сегодня это модернизация второго компьютера. Сделаем хорошо второй компьютер. Модернизируем его хорошенечко так. Основательно. Так, давайте второго компьютерную игру. Давайте геймплей. Автоматически. Нажавши. Геймплей. Давайте сюда. Так.
Естественно, стопадор. Так. Вот еще для одного компьютера можно еще видео. Еще работника наймем. Нет, давайте сначала тут сделаем. Это результат. Результат отличный. Публиковать. Так, тут что у нас? Поймать прям. Почему ты не хочешь мне показать свой результат? Цвет ваш. Хотят увидеть вас. Результат. Вот, наконец-то. Вот это отлично. Публиковать. Тут что? Так, у нас оплата была недавно. Ага. Что-то мы никак не выберемся из долгов. Тут что? Хорошо. Что создавать? Хорошо. Тут. Что хотим поговорить? Идет, что-то мало набирает. На мероприятие пойдем. Сходим. $300. Ну давай возьмем. Сейчас наберем шкалу больше. На этот. Что хочешь? Будущее.
Ладно. Теперь двое. Сейчас денежек заработаем. Этот что хочет? Так, набрали мы шкалу. Давайте ждать. Не, наш спаковку снимать не будем. Мы откроем. Так, давайте. Новое видео. Первое пошло. Так. А, она на консоль. А второе видео где? Второе видео. Отлично. Снять обзор. Давайте автоматически. Так. А тут... одно видео пошло. Так, ну, мы говорим дать видео, это мы создаем, дать купим консоль. Xbox нам надо, да? Купим. Сейчас Xbox. Открыть. Так, и создать видео. Когда стой. Так, отлично, одно видео есть, второе есть. Что у нас? Еще уровень. Заработать 1 очко таланта. Так, открыто предметов 3, получена лампочка 2. Так, а тут что, карточки? Так, вот. Корпоратив. Ну, так, совместное видео. Больше лайков, больше лайков. Давайте вот это. Так, отлично. А это что у нас? Подписчиков. Геймплей. Работано так.
Сеттинг. Мы сейчас с вами не держим. В 51-м месте рейтинги. Ой, мы нарушили авторские права один раз. Больше не нарушили. Всего заработано 7 тысяч. Смотрим. Так оно. Чему-то они. Результат не хорошо. Чем-то мне не хочу. Я с предупреждением. Да почему ж ты не хочешь мне? Так. Отлично, публиковал. Так, тут у нас что? Спать. Не хочет он видео что-то публиковать. Странно. Не хочешь ты мне видео публиковать? Что ты нажмешь? Пока не есть. На видео есть. Второй никак. Ну что, давайте. Раз ты не хочешь, с тобой мы поступим так, будешь есть. Что-то косяк какой-то, он завис, бак словил. Ну давай сейчас ему параметры лучше публиковать. Так. Субтитры сделал DimaTorzok.
тоже. Хочет. Да что ж ты не хочешь-то посмотреть-то? Что он сломался за это. Конец. Так, он просто был сломан. Быстрее публиковать. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, мне этот хотя бы. Где у нас сыгра? Сыгру. Давайте геймплей с ним. Создать видео. Давайте геймплей. На этом компьютере. Сейчас мы улучшим. Вся денежку еще заработаем. 31 доллар, 32 доллара. 4. Быстренько наберем. Второй это тоже сломан компьютер. Что ж такое-то? Сейчас мы его починим. Никак мы не можем добраться до апгрейда. Так, отлично. Показать результат. Посмотрим. Отлично. Так, что у нас здесь? Короткий результат. Тоже ничего так. Публиковать.
лицо. Так, про Моргалисон. Так, одно опубликовано. Тут давайте задать видео. По максимуму тут наберем. И последний геймплей. Тут мы купим игру сейчас. Сегодня 15 ноября. А вот футбол давайте. Отлично. Так. Делаем апгрейд. Что-то мы никак не выберемся. Тут это делали. Автоматически. Далее. Коробочка пришла. На приставку автоматически. Ускоримся. Так. А, он все падает. Так, тут готов. Отлично. Интересно, не очень. А, последний опубликовываем. Продаем игру. Ох ты, интересно. Опубликова. Игру. Один геймплей.
создаем. 42. Сейчас интересно, сколько мы денег получим. Так, ну, нам скоро платить. Но мы уже в плюсе. Мы никак не можем денег набрать. Да, квартирка-то дорого стоит. Давайте компания посмотрим. Счет авторских прав, да, счет авторских прав. Давайте отсюда ставим. Поздравляю, был подписан на главу компании Максимана. Тут так просмотр высокий. 1000 просмотров, $4. Сейчас так наберем. Смотрим результат. 70 тоже ничего. Комликовая. Тут что у нас? Тоже идет видео. Давайте купим. Сейчас нам надо платить. Давайте посмотрим сколько. 1054, 1100 мы оставим. То есть где-то мы можем $600 потратить. Давайте купим наверх. Как нам попасть? Идем наверх. Улучшить. 1100 где-то мы ориентируемся. Ну давайте компьютер. Первое что? 4. А, то только так можно, да. Возрастающим можно. Микрофон. Наушники. Монтаж. Телефон. Все куплено. Но даже деньги остались.
мы рассчитывали. О, деньги пошли. Пойдем. Так, давайте смотрим. Так, теперь мы испробуем. Давайте выбрать игру. Геймплей. И вот тут мы... А, вот он автоматически нам выставил. Так, хорошо. И давайте на нем попробуем. И нашему сотруднику тоже. Геймплей. Тут мы на этом компьютере. Консоль одна, к сожалению. Давайте посмотрим, что будет. Но денежки-то идут. Будет хорошо. Смотрим. Денежки пошли. Сразу как публика. Хорошо, улучшили отношения с компанией. Тут смотрим. Доброе утро, я работаю на организации, которая помогает богатым людям и стать еще богаче. Хотели бы вы пожертвовать $100 на наше дело? Нет. Отлично. Хорошо. По 200 баксов есть. Отлично. 300 баксов. У нас подписчиков уже 405 тысяч. А вот новый уровень. Открыты новые карточки 4. Так, сейчас карточки, кстати, посмотрим. Карты, давайте посмотрим. Так, авторская музыка, да, давайте. А, что такое? 705, а надо сколько? Надо. Очки харизм. А у нас очков пока мало. Mm-hmm.
400. 400. Вау. Еще миллионером будем. Вот это да. Давайте еще создадим. Это у нас денег просмотров 10 тысяч. 6 тысяч одна остановилась. Второй уже 1000 сейчас будет. Тысяча. Две. Как дела мы сегодня? Так. Нет, не пойду. Это дела бизнеса. Бизнес, бизнес. Так, просмотр. Отлично. Публиковать. Тысяча. Тысяча, ничего себе. Тысяча. Вау. Думаю, спокойно. Ох, как мы развились. Вот это да. Поздравляю вас, дорогие мои подписчики, зрители. Вы несколько дней составили в нашей компании уже знакомы с требованиями. Теперь мы начинаем работать с вами серьезно. И требования нужно выполнить к концу каждого месяца. Вы хотели бы покинуть компанию. Мы вам доверяем. Хорошо, что за требования? Карточки. Вау, 3000. Они уже закрыты. Так. Так, какие ж требования? Что же оплата была? 2000. Что же за требования-то? Ну-ка, посмотрим, что за требования. Видео. Текущий месяц. Просмотрим. А, 200 тысяч надо, чтобы просмотрел меня. А мне сейчас только на этом видео я наберу. Давайте посмотрим. Поняли. 185. И сейчас выполню. Сейчас мы выполним. Задать видео. Геймплей. Давай, сейчас мы дадим класс.
Хот-дог. Давай еще создадим видео. Сейчас мы наберем. Как дела, мы сегодня устроим вечеринку? Да я не хочу. Так, отлично. У нас тут бизнес. Сейчас мы наберем вам. Так, смотрим. 100 видео. Так. Интерес упал. Публиковать. Игру мы закончили. Видосы снимать. Смотрим. Ну да, уже все, интерес упал. Публиковать последние видосы. Так, отлично. Тоже пошел, да. Думаю, так, сейчас улучшим. Суперский компьютер. 500. Сейчас мы задание выполним. На этом мы закончим сегодня, дорогие мои зрители, подписчики. Так, у нас уже 4000. Смотрим. Выполнили мы требования. Просмотров у нас 336 тысяч. Надо 200. Ну-ка, если новые компании у нас не появились. Просмотров 300 тысяч и подписчиков 500 тысяч. При эти 3 заказа 4 подписчиков 500 тысяч. У меня пока 430. Ну все, дорогие мои зрители, подписчики, на этом мы сегодня закончим снимать видео. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, очень вас прошу об этом. И подписывайтесь, конечно же. До новых встреч, приятного вам просмотра, хорошего настроения, пока.